Ассаламу алейкум. Здравствуйте, друзья. Стеджи. Стою возле Веры. Смотрите, как все ровно. Как все четко. Друзья, значит, сейчас территорию зачищаем. Вышли уже мы на... Так, сейчас переключу. Вышли на территорию, друзья. Сейчас здесь входная часть. И вот здесь уже пошли ложить камень, да, можно сказать. Вот. Это вам так, к вечеру, к десерту. Вот, друзья, смотрите. Как 3D смотрится, видите? Смотрите, вот. Прям как будто нарисовано. Обратили внимание? Вот, смотрите. Ну, четко. А вот наши пальмочки, там цветочки. Короче, все идет. Не, вообще обалденно смотрится. Огонь, да? Смотрите. 3D. А вот сама Вера. Подводим итоги. Скоро закончим. Там камелия делается, беседка. Это вот для веровцев. Веру надо не терять, друзья. Вера — это единственное, ради чего стоит жить, друзья. А вы колоес? Вот, друзья. Вот там уже. Да, кстати, я прохожу, не показываю. Вот наши елочки. И вот так до конца. Там, значит, для отдыха будет, барбекю будет. Вот наш хаус, бассейн. Салям алейкум. Ну, тут также пойдут растения, цветочки. Вот здесь вот. Здесь у нас бассейн. Детский и взрослый пошел. А вон наши пальмы. Да, кстати, те, кто говорили, там засохшие или кривые пальмы поставили, друзья, они должны прижиться. Как только приживутся, мы их откроем, почистим там, и они пойдут вверх. Вот, так что к нашим пальмам претензий не имели, чтобы люди... Вот, друзья, смотрите, как красиво становится. Видите? Все ради вас, для вас. Вот. Вот так вот. И в ту сторону сейчас землю привезли, рассыпали. Там дальше пойдет уже тоже. Пойдут цветочки. Ну вот, друзья, думаю, на сегодня хватит. Может быть, получится в YouTube тоже закину, чтобы посмотрели. Стройка номер 3, Вера Лайф. Совсем немного осталось, друзья. Чуть-чуть еще потерпите. И будем здесь все мы вместе с соседями с вами. Всех обнимаю. Всем счастья, здоровья, не болейте. Султан на связи. Ассаламу алейкум.